Ну а теперь об итогах дерби, которое завершилось буквально несколько минут назад. Краснодар и Кубань сошлись в поединке на главном стадионе города. В первом же тайме горожане показали, кто на поле хозяин. Первый гол на 21-й минуте забил Маурисио Перейра. Сравняли счет желто-зеленые лишь во втором тайме. Мяч в ворота быков отправил Георгий Букур. Итог матча – ничья 1-1.